Ищешь интересные катки? Тогда подписывайся на канал, ставь лайк и приятного тебе просмотра. Пофиг, давай так. Бенги давай, пофиг. Дают бенги, просто беру бенги. Пшел вон отсюда. Чтобы тебя вообще больше здесь не видел, говнина. Бенги, конечно, бенги, давай, миллион бенег. Все, все в бенгах заберем. Бенги, конечно, ну. Бенги, само собой. Бенги, давай, бенги. Еще бенги, конечно. Сколько у тебя же бенег? 11 притяжений, все бенги. Ничего, кроме бенег здесь нет. Слушайте, у него было 19 брони? Наверное, было, да? Мне кажется, у него 17 было. Так, на чем играть будем? Есть Лайза, есть дробитель, гуляка. Все как будто окей. Все окей, реально, все окей. Дробитель, блин, у меня флешбеки идут с этого. С этих пиратов. С одной стороны, с другой стороны, может пофиг. А, давай, давай. Я всегда буду рядом. Пиратов нет, хорошо. Ребята, написано, что этот, провели исследование, и оказалось, что люди, у кого много денег, они, ну, начинают свой день позже большинства, то есть позже просыпаются. Есть в чате жестко богатые, которые так чисто одним глазом смотрят стрим, только проснулись. Сегодня можно залочиться это дело. Только проснулся, глаз открыл, зашел птич такой, ну сразу уж чувствовал себя успешным. Или узнал, что успешный. Почему сильно беста убивают? Ну потому что они, наверное, посмотрели по своим... по своей статье и... Звери то, что... Рашат на победу, и то, что нам нужно не очень много... Что все это найти... Я даже здесь мог справиться. О, даже здесь мог справиться, но просто носорога была тычка, и там не повезло даже, ну, типа, с бафом 3-3. И в целом, какой-то ревендер, один на стол, это уже победа 100, и уже чел никогда ничего не сможет сделать. Так что, ну, зверь даже сейчас с бафом 3-3 довольно неплохие. Так что, продание сегодняшнего опоздать, вот-вот. Оказалось, может, успешный человек. Раз за 5 не лучше 3-1, пиратки. Ну, же кэшбэк сразу дает, чтобы я банан забрал сюда. Плюс монет он следующий ход. Влапнул. Ну, благодаря пиратке, которая монетку дала, смог лавлапнуть, забрать еще карту. Так, сейчас, ребят, удачи по вашим трекам, за баллы ставлю. То, что вы заказывали. Вот воров летят, а вдруг Арслана и Прада смотрят жадные шейхи. Жадные шейхи на месте? Я, кстати, вчера... этот... Думал, что посмотреть... И решил посмотреть то, что мне вот ставили. Анимешка. Как его называется? Дан, да дан. Левел пойти. И как тебе? Слушайте, на самом деле неплохо. Прессовки, вот это все неплохо. Я понимаю, что там тоже сделано в юмористических целях, но поменьше бы вот это вот. Что они там болтают? Писечки-сисечки. Вот такого бы поменьше и вообще класс.
Ну, наверное, в этом фишка. Free level. С хрена ли free level, если за него 7 монет плачу? Эй, держи, это бесплатно, это... Всего-то заплати все деньги, что у тебя есть. Чё это? Free level. Первый сим необычно, такая дальше норм. Ну да, есть такое. И нажал, так он не фри, но я все деньги отдал. Я хотел все деньги отдать, ну то есть планировал. Но не был фри. Я левелапнул, потому что я понимал, что я деньги все свои трачу, которые у меня есть. Он не был для меня фри совершенно. Арслан Кибы Тир 7, ты карту изменил по мне, just useless. Ей очень тяжело быть супер рабочей. Две лайза есть, о май. Давай сюда. Мне же быть подвеска. Сколько тебе нужно? Еще два. А ты думал, эту штуку забрать, чтобы помочь ему? Такс. Думаю насчет того, чтобы забрать мощь эволюции. Посидунькать. На следующий, возможно, мы где-то там раскопаем себе тир 5, ее поставим. Оттуда раскопается что-то, что дает просто сейчас. Ну или может быть что-то не очень важное, классное. А мы ее меняем и волим в 6. 6 прока сразу там тетрис или что-нибудь прям здоровское, классное. А, на самом деле надо просто ралл делаем. Вас разгоняем потихоньку. Вот это неплохо, кстати, это можно забрать. А давай сейчас с обилки отсюда еще одного. Еще одного пэгги, допустим. Трубадур еще один тоже хорошо. Give me that. Он лапнул, что ли? Не, не лапнул. Give me that. All I want to do. Переключать песню, потому что заказали другую. Can't you see, как человек ждет трек? Скрывает боль внутри. Хочет послушать рыбу. Заплатил он баллы, бедняжка. Ну ладно, ворал. О, это хорошо, это бы забрал. Дубтоворф. Блин, это же хорош. Правда, я буду тир... Подожди. Я буду тир... Тир один сейчас штуки забирать, не-не. Дорога. А что если это бран будет? Что если играть умеет тут бран? Я думаю, сэвэ 6 копать. Ну что, что если это бран? Что если это бран? Что если это он меня ждет, улыбается, такой. Ладно, здорово. Здорово, Арслан. Ну, fuck you. Я на такое не поведусь. Ребята, платвист там был. Был бран. Выба. Ребята, сейчас два тетриса и пошло, поехало. Продавайте сразу двоих. А что если фигнюшка у него упадет на золотого трубадура? Интересно, с трубадуром мне будет шанс повышенный на этого трубадура? Что если финюшка на трубадуре реально будет? Все, давайте так для начала. О, нет. Подожди, битбоксер, Бенги. Wait a second, это тоже неплохо. В
второго только надо, еще одного. Бенги. Я играю в пиратов через Бенги. Вопросы? Он сейчас увидит мои две Элизы, скажет, эй, может тебе наковальню надо? Смотри, ты хочешь нейтралки побафать, Арслан? А может я хочу нейтралки побафать? Ладно, у меня два азовых продавать, к сожалению. Только бафы забрали, вонючки. Не, ну это плей не может быть плохим. Вот что-что, вот это не может быть просто плохим. Ну когда у вас прокает дрон, плюс сразу битбоксер, еще и монетка на голду, это... Ну это как минимум, это сюда может помочь. Так, единственное, что, вот смотрите. Сейчас игра посмотрит. Подумает такая, ага. Вот он понабирал себе. У него на столе две нейтралки. Три пиратом, два меха. Что же ему можно предложить здесь? Возможно, там за месяц, чтобы у вас прокали магнетики. Помойная штука, не нужна абсолютно. Повязка на глаз, и ваши пираты с двух собираются в триплет. Я бы такое забрал, то окей. Силен. Блин, еще, походу 15 еще пробьет. А, да пофиг. Не 15, да? 10. Уже как 10. Четвертый верно, 6. Ничего себе. То есть отъехал. Так, у нас есть еще и бран плюс утилизатор, чтобы вот это. Ой-о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 й. Так, у нас есть бенги отсюда, у нас есть шахматы, у нас есть. Слушай, здесь на самом деле все даже более-менее плохо, даже переходить хорош. Бабло восстановить на вас потом. Ну, это в лайте относительно в лайте не так плохо. Бухлишка. Давайте бенги заберем. Не нравится бенги. И я сейчас еще одну монету засейвил, смотрите. Тактически плохо что-то там. Минус один. Вы слишком, ребята, сконцентрированы на не очень хорошем исходе событий. Я вот так считаю. Я не беру его. Вот так вот сделал. Ну все, пора вас продавать. It's time to sell you. Подождите. А чё, кто время ворует? Вы кого поставил? Кто время ворует? Что на тебе? Бенги? Бенги, все равно хочу, пофиг. Пофиг на все, бенги. Наверное, правильно так сделать. Ну там нежить, типа, какая разница. А, нифига себе. С клив, да, можно было справиться. Хотя нет, тяжело тоже. Ты же не призвал. Ну пойдет, блок не пробили. Девяточку. Сейчас еще и бота заберу себе. Счастливо оставаться, ребята. Счастливо оставаться. Бедник просто, ну миллионы у меня. Самый классный, самый богатый. Успешный человек, кстати говоря, вот так вот. Ой, сюда давай. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чё кричите?
Блин, тебя побафать бы. Пофиг, давай так. Бенги давай, пофиг. Дают бенги, просто беру бенги. Пшел вон отсюда. Чтобы тебя вообще больше здесь не видел, говнина. Бенги, конечно, бенги. Давай, миллион бенег. Все, все в бенгах заберем. А давай брана еще золотым сделаем. А давай дракари заберем, че нет. Броня, ну на всякие. Прикосновения. Буду чат трогать. Буду чат жестко трогать. Грязными ручонками. Бенги, конечно, я, ну, бенги, само собой. Бенги, давай, бенги. Еще бенги, конечно. Сколько у тебя же бенег? 11 притяжений, все бенги. Ничего, кроме бенег, здесь нет. Реборн. Реборн. Кто хочет глянуть на мою воду? Стой, стой, стой. Стой, 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 стой. Это не может быть правдой. Не верю своим глазам. Я что, лотерею выиграл? Что это тогда? 36 голды! Беги. Пираты... Ой-ой-ой, там не очень хороший стаб, конечно. Там, конечно, не прям вау. Не буду пока эту штуку брать. Это пойдет, пойдет. Роу давай. Да, это, конечно, криво выходит. Ну ладно, что поделать. Что поделать? Самый лучший день. Вообще-то этап тоже был неплох, как будто. Но как? Ребята, но как? Неужели брана продавать? Я не хочу брана продавать. Как же я не хочу брана продавать? Возможно, плевать она на Вайтман. Ну, не верю в нее. Ну нет, вот, ну нет и все. Меха Джей, давай. Мы сидуникаем. Возможно, правильно даже вот так вот сделать. На второй слот клипа, что там должно быть в стенке. Под музыку. Паут. Паут. Стайк. Ты сколько кто получил клип? Ну там чуть-чуть, по мелочи. Бу испугался, ребят. Может такую штуку записать? Люди офигеют. Будут камень сверху такой, Бу, испугался? Не бойся, я друг!
Страшная хрень, конечно. Ладно, там не получается нормально побустить все это дело. Ладно, походу пора. Па-ра-ра-ра. Штаны? Чё штаны? Давай так сделаем пока просто. Что, уже чуешь победу? И гад, два битбоксера, подожди, ты нормально такое? Это с подвески он битбоксера копировал. Фишка в том, что он еще через руку протез это будет, а у меня слотов немножко нет. Ну хотя ладно, на самом деле, сейчас можно будет тоже сделать. Я просто чуть-чуть другие вещи еще. Бафы даются, эх. Ладно, плевать на бафы. О, испугался, не бойся. Испугались? Друг, я тебя не обижу. Иди сюда, иди ко мне, сядь рядом со мной. Посмотри мне в глаза. Ты видишь меня? Я тоже тебя вижу. Видишь меня? Я друг. Блин, ладно, придется так все равно делать. Это существо как раз пора выгулить. Не желаю выйти сейчас. Это существо не питон, но ты все равно можешь. Мне нужен меха... Меха Джей! Меха Джей... А, блин, а вот что-то заранее. Привет, Арслан. Браво. Привет, чат. Надеюсь, сейчас без ошибок написал. Наверное, так и есть. Ноль ошибок. Ты просто
Уверен, так и есть. Так, мне точно нужно два клива. Неважно против кого, мне же два клива. Ну, даже если присоска соберет, какой там будет сатоп у него. 300, 500 где-то. Ну, атаки достаточно у нас, и тебя тоже можно добавить, чтобы было достаточно. Вот не 100 ветра на вас двоих надо, но я немножко в лочи каждый раз. Мне нужно что, битбоксер ТП собрать? Да, битбоксер Сенка не дается, так она работает. Когда Сенка баб, ну, типа, провокация вешаешь сюда, то... Он получает провокацию. Допустим, снять штанишки отсюда, снять штанишки отсюда. Вешаю 2-4 стенку бабл. Она дается. Сюда провокация дастся, сюда не дастся. Вот, и Тёма. Здорово. Здорово, 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 Тёма. Спасибо тебе большое. Let's go. Сейчас треки давайте за бал дальше ставлю. Это не особо логично, на самом-то деле, но просто так наработает, надо запомнить. Бран говорит, давай триплет. Нежить, 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 нежить. Ну, пробуем, смотрим, что вообще там напрокает. Меха Джей, of course, конечно, когда нет слотов под Брана прокрутиться. Fuck you. Что нам продаем? Ну мы его трепет соберем просто. It's fine. It's fine. Снит. Там нечего особо золотить. Ты не просишь камушек? Ты не просишь камушек? The fuck? Че, ты почему камушек не просите? Все потратил. Все до монетки потратил. Да и камушка, все, камушек тебе не даем. Арсланчик, тебе очень идет светлый джемпер. А, нравится? Ребят, как вам сегодня мой лук? Ребят, по десятибалльной шкале оцените. А то я обычно в футболке сижу, вот сейчас я вон вот в этом сижу. Вы меня, в принципе, с длинными руками, наверное, не видите. Оцените по десятибалльной шкале. Длогов. Ну хотя бы так. Ладно, понял, ребят, спасибо. Даже если кто вдруг говорит, не серьезно. Сэр, спасибо. Ноль лучший без футболки. Миномарыш, ну ты еще видел, что ли, без футболки? Или видел? Да не, я вроде не видел. Вроде не видел, подождите-ка. Хоп.
Блин, капец, денег вообще нет. Ладно, я забираю, забираю. Я забираю, потому что сейчас все будет хорошо. Сейчас вы все увидите, все будет классно. Все будет просто... Есть! Ниста ветра! Есть! Так, и чё? Ниста ветра, ребят, есть! Герой, ну ты как раз артиллерой стоишь. Ради этого ты и стоял все это время. Ну, он мне битбоксер, золотой 600 статов. Он понимает, что ему статов не хватает, ему надо больше. И все равно эта штука чуть-чуть до него достает, добирается. Ну, мы на самом деле просто были сильнее, у него никогда шансов не было. У нас келлинг идет, у нас дроны в самом свете. У него дрона, по-моему, вообще-то не было. Сейчас он появился один. Или он был обычный один. У меня два золотых под... еще один обычный сейчас появился под Дракари, под всем свете. Too much. У тебя когда-нибудь был хэрол? Не, никогда не было. Ну как тебе катка? Если понравилось, оставляй комментарии. Пока-пока.